с возвращением в родной дом. Как самочувствие? Самочувствие хорошее. Всю ночь летели, в принципе, добрались. Сейчас первая тренировка. Ребят всех на завтраке увидели, пообщались. Приятно, конечно. Как обычно, раз. Ностальгия такая по дому. Так что вернулись, ну, отдохнули нормально. Остался ли осадок от выступления все-таки за сборную? Или за эти дни все-таки немножко настроение улучшилось? Ну, понятно, что проигрывать это всегда не есть хорошо. И каждый, наверное, спортсмен и футболист, уважающий себя, хочет выигрывать. Но это жизнь, жизнь продолжается. Так что надо забывать и возвращаться в футбол. Так что сейчас в клубе будем поднимать друг другу и настроение, и ребята поддерживать будут. Так что я думаю, что все будет хорошо. Где провел вот эти дни? С нашим одноклубником, с Димой Комбаром. Чуть-чуть в Сочи покупались, отдохнули с семьями, с женами. И потом поехали в Миллерово, детский турнир провели в честь дяди. И, в принципе, все. Вот такой небольшой отпуск в Миллерово в любом случае. Это ж маленький Сан-Франциско. Ну и всех, конечно, волнует, успеете ли вы за эти дни восстановиться и успеете ли подготовиться к первому матчу сезона, матчу на Суперкубок. Да, вы что-то далеко берете, у нас первая игра 7 числа, и мы, в принципе, с Димой хоть и отдыхали, но двигались, были какие-то у нас в тренажерном зале упражнения, сами индивидуально ходили, так что мы в нормальной форме, мы не успели ее растерять, и я думаю, сейчас чуть-чуть надо подвигаться, просто физически разбегаться и дальше в бой. Ты, наверное, говорил с остальными ребятами. Те, наверное, тоже не сидели, сложа руки в эти 10 дней. Ну, если честно, с ребятами так не общался прямо вот на эту тему. Спрашивали, как отдыхали, как купались. Вот и по поводу там занимались, не занимались, ничего не успел спросить. Думаю, что двигался каждый, конечно, в нормальной форме. Видно, что без счетчика, без живота приехал. С Богом, пойду готовиться.